нет. Матиас Фернандес выходит вместо Ариэля и Багаса. Футболист, о котором, когда он пришел в команду, и не только о нем, как об одном из многообещающих игроков, но и о том, что поступков замечен в последнее время не был. Хотя, безусловно, очень талантливый, очень техничный игрок. Решением тренера остался он вне игры сегодня. Иньеста. Нарушает правила Матиас Фернандес. Серж, что ли? Довольно тяжелым получается календарь у Вильяреала для Немираца. Опасный может быть момент. А здесь что? Ну, а здесь... Final... Va a gustar mucho. Claro, es la clásica jugada que, uno, es gol, que se da vuelta un partido. Y... Va a entrar rápidamente Silvinho. Silvinho, ¿no? Está... Sí. Bueno, la pitada ha marcado dos de los rojos. Remata, gol, 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 de Matías Fernández. Gol de Matigol para el Villarreal. Lo tiró muy bien, la verdad que lo tiró muy, muy bien. Transforma el penalti por el costado derecho de Valdés. Por el ángulo alto, vamos. Arriba donde no puede llegar. Además, Valdés había tirado al lado contrario. Barça 3, Villarreal 2. Cuidado. Matías Fernández с пенальти забил этот гол. Матиас Фернандес. Хорошая передача, но не Хата. Того цепляют. Какой-то предсказуемости, что ли, в матче. И вот когда все пошло немножко не по сценарию. Цепляет Фернандес руками здесь пике, за что получит вот эта игра на... Не тогда здесь мяч, конечно. Ну что ж, браво, Вильяреал. Спасибо Барселоне. Хороша концовочка игры.